Сблокировали алтарь. Что тут у меня за алтарь есть? Звездочки и револьвер. Ну вот это мы еще не пробовали. Просто не получаю урон, лол. Логично. Да, просто не получаю урона. А, лол. И мы идем через все статы, которые есть на карте. Другая тактика. И мы не берем больше всякие дурацкие штуки, когда есть 100% на рабочий билд, который очень хороший, качественный. Ну, это случается. Это бывает. Мы учимся. О, метательные звездочки. Класс. Почти как метательные топоры, только звездочки. Может, даже лучше топоров. Попробуй сразу через мастерскую атаку на пистолете. Мастерскую атаку на пистолете. Ну вот она, мастерская атака на пистолете. Оу, я наношу урон, когда доджу с этими звездочками. Точно. Звездочки урон наносят. Типа как додж-шипы. При идеальном додже. Пассивный дамаг билд. Мне нравится. Нет, звездочки сильнее. Звездочки сильнее револьвера. Можно их комбинировать с револьвером, но, по-моему, они просто круче. Револьвер. В то же время, что у меня тратится на зарядку револьвера, я за это время и сделаю мощную атаку звездочками, и несколько раз просто выстрелю ими. А, атака основным оружием, потом второстепенным. Вот это? Давай попробуем. Лут. О, пистолет дракона ядовитой атаки. Ну, как раз. Как раз потестить. Пистолет с ядовитыми атаками. Фулл билд на ядовитый пистолет. Лук. Полностью заряженный выстрел наносит 50% урона с каждым попаданием. Не хочу я такой лук брать. Это какой-то странный лук. Мы его тестили, и я так и не понял, как он работает. Статы. Новая тактика. Мы не идем всегда за золотом, мы идем за статами в том числе. Чтобы мне не проседать. Потому что статы — это класс. Лук не странный, пробивает врагов каждому следующему больше урона. Но сейчас главная проблема — это боссы. Ого. У него массовая атака. Ого, у револьвера это спецатака сильная. Да, он прямо в дробовик превращается. Какой интересный револьвер. У него там подствольник, что ли, привязан. Что-то я таких револьверы не узнаю-то. Смотрите. Клик, клик. Превратил револьвер в дробовик. Ядовитый дробовик.
Да, облако яда. Облако слабости. Ой. Двуручный молот. Стремительные атаки ослабляют врагов. Нужен он мне или нет? Наверное, нужен. Урон добыча. Берем за золото пока что. Пока есть. Окей, дальше. Оружие, потом... Нет, золото нельзя. Если я хочу все статы, надо идти налево. Но мы сейчас проклятие наберем кучу. Окей. Ловушка. Я не заметил ее. Но это совсем другая тактика игры с этим пистолетом, чем, например, с, когда ты просто пистолет как стрелковое используешь. Совсем другая. Такое медленное комбо, которое наносит много урона и там отталкивает, короче, много спецэффектов у него, но очень медленное. Экс получил в кучу урона в этой комнате, но в мою защиту эта комната в чёс. 200% к таймеру жадного убийства. Небесный молот, атаки молнии. Урон за сложение. Спасибо, не надо. Древний щит. Для парирования основное оружие наносит критический урон 2 секунды. Того, наверное, босса надо парированием бить, да? Стремительные атаки ослабляют, огненные атаки. Удар со спины и урон по боссам. Я роллю. Ядовитый пистолет. Дополнительный урон, если основное оружие когти. Боевая макана, меч. Урон за сложение. Урон против врагов. Полной жизнью. Стремительные атаки дают крит. Еще раз рольну. Булава расхитителя. 5% к урону за каждый уровень реликвии в инвентаре. Один к основному урону за ловкость. Шанс огненной атаки сделать. Критический удар, если выносливость закончилась. Выглядит как отличная вечеринка. Лук. Урон по отравленным врагам. Лук по отравленным врагам. Неотравленный пистолет. Еще ролл. А к черту все роллы, да? Ролим до конца. У него урон 15 у этого лука. Ролим. До победы. Нам нужна победа. Хитрый меч. Для завершающего удара серии не требуется выносливость. Урон против врагов с полной жизнью. За убитого врага снимает разложение. О, если мы этим мечом научимся пользоваться. Минус все разложение. Кнут. Имба кнут.
пасты. Он хорош. Что насчет меча, который снимает разложение? Звездочками кнут самое то. Мне тоже кажется. Пистолет прикольный, но он... Блин, давай мне... Шанс молнии, критический удар. Не. Я беру кнут. Окей? Кнут очень хорош. Я пожертвую здесь кровь. Я золото оставлю на статы. На что-то более дорогое, чтобы потом не пришлось кучу взять. Окей, звездочки плюс кнут билд. Мы не будем брать здесь лечение. Он дешевый кнут, да. И он нужен для того, чтобы накладывать уязвимость. Он не нужен для того, чтобы... Убийство врага может вызвать землетрясение. Неплохой дебаф. Неплохое проклятие. Он нужен для того, чтобы накидывать уязвимость, а не для того, чтобы урон наносить. Хотя он и дамажить будет хорошо. У него урон большой. Я понимаю, что обилка на снятие разложения самая лучшая. Я тоже так думаю. Но я сейчас пытаюсь решить проблему с уроном. Потому что урона явно не хватает. Так, тестим кнут. Клик, 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 клик. Что-то не очень круто. Неплохо. Надо звездочки теперь заменить на что-то покруче. Такое, чтобы... Ух! По уязвимости как дать? Если бы я мог взять тот меч и этот кнут, я был бы счастлив. Но мы должны были выбирать. Вперед. Будут статы. Давай мне урон. Максимальное здоровье, добыча. Здесь золото тратим. Время пришло. И будет релик, и еще статы. Золото мы игнорим, короче, значит мы... Релик, может быть, вообще не будем покупать, если не будет ничего супер хорошего. Ну а статы вторые придется за проклятие брать. Вот сейчас пожалею, что не этот. Не взял меч на снятие проклятия. Какой-нибудь трэш словлю. Достает. Вау, как я урон получил. Какие у них длинные. Какие у них длинные копья. Отношения с золотом снимают 5 разложения. Берем. Плюс 15% к урону от молнии. Вот это можно разобрать. Молнии нет вообще. И на молнию я видел из веселых только большие молнии-топоры. Ой, молнии-молоты.
Выносливость потеряли. Надо было разбирать, да? Так, релики. Минус стоимость подношения кровью. Ну, платить за это кровью не хочется. Каждое жадное убийство снимает одну единицу разложения. Стоит для нас 50 разложения. И урон молнией. Скипаем. Реликов не будет. Не вижу смысла набирать кучу проклятия и не делать особо ничего. При этом. Чуть-чуть урона не хватает. Я вижу ловушка, да, ловушка, прости. Пришел в твой дом. Комбо кнута плюс. Комбо кнут плюс... господи, звездочки убивает большинство обычных врагов. За некоторым исключением. Таты. Наконец-то урон. Сейчас на боссе будет тяжко. Ой, прошу прощения. Извиняюсь. Сейчас на боссе будет тяжело. По-моему, у нас все равно трешовый урон. Босс накидывает проклятие. Я не знаю, пройдем ли мы этот храм. Босс. Самая его опасная атака — это мины. Мины нужно будет убирать. Иногда, чтобы понять, надо пережить. Вам больше не видны другие проклятия, пока вы не снимете это. Но оно ничего не делает. Мины, вот они пошли. И кнута ему. Наносим урон. Неплохо урон. Может, стоит его молотом после кнута пинать? Или слишком опасно? Да? Подтягивать его к себе кнутом — вот что опасно. Окей, у меня есть тактика. Мы подтягиваем кнутом. Раз, два, три. И отходим. Не. Не стоим и не смотрим на него. Раз, два, три, отошли, все. Максимум безопасности. Раз, два, три, отошли. И улучшаем момент. Кнут, раз, два, три. И минус все ХП. В смысле, минус все проклятие.
знаешь что, просто добей его молотом. Эволиксер, привет. Неизвестное проклятие. Какое? Никто не знает. Урон от молнии. О, минус 8 порчи можно сделать. А, так у нас... А, я снял неизвестное проклятие. А какое у нас было это первое? Давно ли комп починил? Уже во вторник починил. Идем за статами. Шотнул босса практически. Там нож выпал? Той? Нам не нужен этот нож. Чат. Ножи переоценены. У меня кнут. Вы увидите, этот кнут это... гарантированная победа. Не сомневайтесь. Только звездочки я больше использовать не буду. Зачем нож, когда есть огромный молоток, а? Вы думали об этом? Если бы вот у вас был... вам дали выбор, боюсь. Сколько он урона наносит? Боюсь использовать нож или огромный молоток. Что бы вы выбрали? А звездочки можно кругом кидать. О, красота. О, еще одни звездочки. Но звездочки теперь будут разложение снимать за убийство. Берем. Ну, теперь звездочки будут покруче. Оп, папа, копье. По уровню оно лучше, чем молот. Наверное, будет не намного лучше. Лучше его разобрать. Все правильно, пройдем кнуту с... пройдем игру с кнутом первого уровня. Докажем всему миру, что кнут имба. Верно, чат. Новая цель жизни. Сейчас я буду звездочки использовать, потому что они будут регенить. Будут, точнее, проклятие убирать. Но цель в жизни у нас есть, это хорошо. Капец, они никакие. Классно порегенил проклятие. Офигенно. Подношение золотом снимают разложение. Берем. Спасите меня. Плюс 3 к сложению ловкости и восприятию. Статы. Каждое убийство снимает... жадное убийство снимает разложение 6 ловкости. Или урон за золото в инвентаре. 5 сложения. Здесь 6 ловкости. Ну, 3 ко всему неплохо смотрится. Дешево и сердито. У меня даже слоты пустые для реликвии были. Офигеть.
Статы, золото, золото, статы, статы, хилка. Еще одно проклятие. Какое? Не знаю. Какое-то. Какое-то проклятие. Неизвестное. Никто не знает. Похоже, не тьма. Упс. Упс. Там большой молот выпал. Знаешь что? Я буду парировать. Я не могу уклоняться, я буду парировать. Древний молот. 30% к урону врагам, пораженным молнией. Еще больше молот. Новый план. Мы парируем все атаки противников. Все. Я говорю все, значит все. Мы больше не смисплеем ни одного. Кроме этого. Кроме этого удара мы ни одного не смисплеем. Внимание. О, да. Фулл билд на парирование. Активен. Смотрите, потому что вы такого никогда больше не увидите. Единственное в мире полное парирование. Хоп, парировал. А, так нечестно. Он за спину мне перешел. Это было читерство. Как я должен парировать, если... Что с ними происходит? Как я должен парировать, если они мне за спину переходят? Или бьют ядовитыми атаками? Вот этого мужика сейчас мы его парируем, смотрите. Хоп, хоп. Есть парирование. Изи парирование. Урон, добыча. Без эгиды какой парировать? На shift неудобно парировать. Я знаю. Я знаю, на какую кнопку мне поставить парирование. О, у меня есть план. Клавиатура. Где парирование? А? Пятая кнопка мыши. Опа. Вот оно, парирование. Окей, я готов. С щитом легче парировать. А, ну ты не можешь, не сможешь научиться хорошо играть, если будешь играть так, как легче. Ой, я забыл, что у меня парирование на другой кнопке. О, нет. Продолжаем, идет неплохо. Парировал! Почти получилось. Я, наверное, вот это не получится парировать. Фу, ноль проблем.
Одно парирование из 10 атак — это уже... это уже неплохо. Я нажимаю кнопку парирования, окей? Вы можете... вам может показаться, что я ее не нажимаю. Я ее нажимаю. Я стараюсь. Ладно. Я ее нажал много раз. Окей. Кил. Вот этого мужика особо не попарируешь, да? Его можно только препарировать. А. О мой бог. Я же парировал. Бонус к эффектам исцеления. Наверное, пригодится. И не специально сливаю, несмотря на то, как это выглядит. Я стараюсь победить. О, нет. Я думал, сейчас будет уже хилка. Третье проклятие. Мы это делаем. О, это темный факел. Теперь у меня факел не горит. Ну все. Я нажимаю кнопку парирования. Почему он не парирует? Я нажимаю кнопку парирования. Я нажал ее прямо в тот момент, когда враг проатаковал. Нельзя прервать атаку парированием? В смысле? Парируется не все, так нафига оно тогда нужно? Зачем оно тогда нужно? Фигня какая-то, это парирование. Все, я на него обиделся. Окей, я беру штормовой хлыст. Буду электричеством бить. Привет, опоссум. Привет. Опоссум, ничего не парируется. Спаси меня. Они не парируются. Что делать? Факелы не горят. И 40 хп. 100 хлыст электрический. Электрический хлыст прикольный. О, господи. Учись парировать, убивая врагов только факелом. Это челлендж. На самом деле звучит как... о, господи. Отличная вечеринка. Но теперь я узнал, что, оказывается, не все атаки парируются. Хилку мне дайте. Хилку. Теперь я узнал, что, оказывается, еще не все атаки парируются. Рекены снимают разложение. Чат, у нас проблема сейчас не в разложении. Ладно. Понимаю, что вы хотите помочь, но... разложение сейчас не самая большая наша трудность. Далеко не самое.
Электрический хлыст хорош. Электрический хлыст кайф. Урон от молнии, отлично. Прекрасно. Так, вот это снять. Еще больше бафнуть электрический хлыст. И умереть на ловушках. Живая. О, свобода. Full heal. Мы это делаем. А вы сомневались? Были те, кто нифига не верил. Были те, кто сомневался. А-ха-ха-ха. Нет. Мы выиграем этот забег, черт возьми. Из принципа. Вот этим электрическим хлыстом. Не парированием. Насчет парирования я передумал. Каждый второй удар хлыста крит. Яд не горит. О, какой хлыст. Так, урон от мечей и сложения. Что у нас есть бесполезное? Подношение золотом снимает порчу. У нас все равно будет здесь максимум, блин, чертовой порчи. Но два к сложению нам тоже не особо нужно. На золото. Под максимум порчи я имею в виду, что будет 4 проклятия точно. Причем неизвестных каких-то. Которые никто не знает какие. Да ё-моё. Темно было, я не видел. О, имба когти выпали. У нас тут 9 разложения. О, мой бог. Они атакуют между моими атаками. И время молота пришло. Что за имба когти? Скажите, что имба. Критический удар по врагам со здоровьем меньше 30%. Думаю, не намного лучше звездочек. Берем хил. Так, максимальное здоровье, добыча. Просто максимальное здоровье уже. Добыча не нужна. Еще одни статы. Известно какие. Первая скрывает проклятие, второй закрывает слот артефактов, третья выключает свет. Не закрыт слот артефактов? А что оттуда выпало-то? А четвертое какое? А? Четвертое точно никто не знает. Что-то особо темно как-то стало. А
А, мой бог. Тебя увеличит урон в темноте. А где вы это видите? Факел? Синергия? Факел плюс урона дает. Темный факел увеличивает урон в темноте. Если урон, который я получаю в темноте, или который я наношу противникам. Четвертое проклятие. Убитые враги дают крыс после себя. Что за крысы? А я наношу больше урона в темноте, окей. Откуда ты взялось? Копье. Урон против врагов с полной жизнью. Фигня. Дайте хилку. Это крыса? Так они не крысы, они же эти личинки, чар. Какие они крысы, когда они личинки? Нет. Да где они крысы? Здоровье в размере подношения золотом. Проще сейчас для хила использовать. И здоровье добыча. Блин, просто здоровье. Нет смысла золото экономить тоже перед финальным боем. Увеличиваем добычу перед финальным боем. Ну? Иди сюда, ассасин. У меня для тебя есть электрический кнут. Сейчас лут посыпется. С ассасина. О, какие криты хорошие. Всего лишь 20 раз его таким критом фигануть. Все будет хорошо. На тебя сюрикен. По-моему, сюрикены его офигенно дамажат. Потому что я доджу. И он каждый раз получает сюрикена. Это было плохо. Это было еще хуже. Это было отвратительно. Честно, я кнутом не успеваю атаковать вообще. Нужен молот. Парировать. Молот еще хуже. Я его парировал! Я парировал его! Я парировал его 2 раза! Ешь мой свинец! Я парировал его 3 раза! Я парировал, вы видели? Вы видели анимацию парирования? Это ложь! Как он атакует после того, как я его парировал? Иди сюда, я бог парирования зашел в чат. О, да. Иди к папочке. Не зря тренировались. Ага, это нельзя парировать. О, нет.
Только не сливай. У него так мало осталось. Давай, давай, давай. Оп. Парирован. Были те, кто не верил, что парирование окупит. Были те, кто сомневался. Фу. А парирование это затащило. Парирование это оказалось хорошая штука. Я в нем ни на секунду не сомневался. Я от начала до конца верил в парирование. Ни секунды сомнений не было. И у нас должны открыться все храмы. Да, раз, два, три. Еще храмы открылись. Темный аватар змеи. Темный аватар орла. Дайте угадаю, темный аватар ягуара? Да, темный аватар ягуара. Фу. Ну ладно, максимальное хп тоже помогло. Согласен, немножко. Но парирование. Парирование мне понравилось. Очень понравилось. Вообще кайф. Надо будет попробовать с щитом и всех парировать. Да, план. Щитом и всех парировать. Фу, ну круто поиграли, ничего не скажешь. Наконец-то прошли этот храм, который был моим слабым местом так долго. Поехали, чат. Поехали. Что у нас на кольцо осталось? Как раз на забег в кольце хватит. Победы. У нас сегодня много побед.